Добрый день, дорогие товарищи. Я не политик, я воин. И говорить так вот красиво и долго не умею. Но что хотелось бы сказать. В этот момент хотелось бы действительно поддержать весь народ Армении. У вас сейчас трудное время. Время, когда надо определиться, вспомнить, оценить то, что было у нас сотни и сотни лет совместной жизни. Оценить то, как мы прожили эти 30 с чем-то лет врознь, и принять ответственное решение, как мы будем жить дальше. Поэтому хотелось бы вам на этом пути пожелать настойчивости, твердости, добиваться поставленной перед собой цели, но идти вперед процветания –